Аль, да, в идеале. А что видеть должно? Поэтому не расстраивай. Что-то там не боже мне светит, но ничего не вижу. Что... Да. Сити, Батуми, Джорджия. А, чтоб не падали, да, наверное, падают тут. А, когда грязь, куда тут после дождя. Да. Всем привет. Бык прикольный. Это зоопарк здесь вообще. Тут у нас зоопарк. Давай быстро покажем животных. Быстренько пробежим. Тут обезьян пробежимся. Главное, чтобы они какашками не бросались. Они любители какашками бросаться. Они вас с папой раньше кинулись. Да? Сейчас, мы тут быстро. А сейчас дядя кинут в него какашечек или не кинут? Как вы думаете? Я не знаю. О, Бузерова. Ну, правда. Так. Диана. Вот она. А, тихо, она спит. Она спит. Вон, смотрите. Может, тебя кинет? Да не кинет. Какашками бросается. О, у вас холодно, пусть у нас жара. И жарко. Так, давай быстренько пробежимся. У меня солнце отсвечивает, ничего не вижу. Так, это может броситься. А, он, смотрите, какой кабанчик сидит. Это такой, он чухается. Это какой-то молоденький. Морковка. Морковка. Уже кидается какашками, да? Он говорит, вот этот кидается, вон какашечки. Да, кидается. К нему не подходим. Да. А вы не верили. Вон, видите, какашки, мухи. Бросаются какашками. Ой, блин. Это, походу, сады двери кормят их домом. Да, заходим. Я ничего не вижу. Будьте аккуратны. Да, нас уже один раз обкидали, поэтому мы знаем. Так, так, что у нас тут еще? Можно кроликов быстренько добежать, показать. И побежим туда посмотреть. Малыши. Малышей выбусик, может, есть, нету. Да. У этих каких. Просто думаю, жарко, наверное, у них. Смотри, какая у нас жара. Я в шоке. Солнце светит. Что-то там еще цветет. А где? Нету козла? Что-то еще цветет. Арина, покажись. Ариша, покажи сердечко. Сердечечко вам. Так, что у нас? Где там наши эти морские свинки? Ой, они малютки. Жарко, наверное, у них там, смотрите. Ну, так, сейчас быстренько. У нас жара. Боже, телефон не вижу, там ничего. Было... Вы такие смешные. Спасибо, что мы смешные, да? Сейчас мы идем до кроликов. В общем, тут никого нельзя кормить. Угу. Такой у нас тут... Кто это кричал? Это кричал? Или это мальчики? А, не, это эти. Кто это разговаривает? Где? А, она вон на этом сидит. Видишь? Переговаривается. На окне. Сидит. Разговаривает. Ничего себе. Это как сказать? Ну это пальмы маленьких. А, это пацаны разговаривают. Ребята переговариваются, он с ними. Мы сейчас выйдем на море, там будет больше пальмы. Но вот пальмы тут у этих попугаев растут. Смотрите, какие. Тоже хочешь поговорить с ними? Ну поговори. Кто-нибудь ответит. Спасибо. Слышишь, как он говорит? Вот так надо с ними разговаривать. Так, кроликаем, сейчас подойдем к ним. Так, смотрите, вот у нас тут кактус. Кактус, они, по-моему, зимой даже, если не ошибаюсь. Давай. Кактусы. Это вот юг отцветет уже опять. Цветет. Настроение поднимаем. Ну, спасибо, раз мы хоть настроение. Так, кролики, боже, жара такая. Вам, наверное, жарко, бедненький. Малышей нету, да? Так, ну вот кормить нельзя. А то их один раз тут накормили капустой. У них потом животы болели. А, они уже просто выросли, да? Да. А где тут оранжевый? Ну, вот он, наверное, наверху сидит. Персиковый такой. Персиковый. Вот, Ариш, смотри. Вот это ж малыши, но они уже большие малыши. Пусечки.